Компания «Международный коралловый клуб» была основана в 1998 году. Ее основатели – профессиональный сетевик «Леонид Лаб» и профессиональный бизнесмен Казарос Миграбян. Страны-производители нашей продукции – это Япония, Канада, Америка, Швеция и Россия. Сегодня наши продукты любят и эффективно используют люди более чем 20 стран мира. При создании и апробации уникальных продуктов питания использованы древнейшие знания, 300-летний суммарный опыт научных исследований и клинических наблюдений многих выдающихся ученых. Клинтон Ховард, отец алоэ вера. В его лабораториях удалось выделить активное вещество асеманан, что стало великим открытием 20 века в области алоэ продукции. Кристофер Хиллс, отец спирулины, который заново открыл человечеству возможности сине-зеленой водоросли. Альберт Зер, автор программы Калавада и других формул питания. Доктор Джерри Фелпс, стоявший у истоков разработки системы спортивного питания. Японский исследователь Масару Эмото, руководитель научной группы по изучению энергетических свойств воды. Курт Грейндж научил нас оценивать здоровье и восстановительные возможности организма по состоянию капли крови при помощи фазово-контрастного микроскопа. Академик Рамон Казначеев, говоря о Карлмайне, высоко оценил этот палеопродукт, благодаря которому восстанавливается генетическая память и клетки регенерируют. Вот уже в течение 10 лет мы продвигаем продукты, созданные на базе нанотехнологий, благодаря сотрудничеству с нобелевскими лауреатами по химии. Забота о потребителях компании «Коралловый клуб» основана на простой философии здоровья. Употребление живой воды «Карлмайн», очищение организма «Калавада», полноценное питание и защита самым мощным антиоксидантом 21 века микрогидрином. Более 10 лет компания «Международный коралловый клуб» продвигает на рынок революционный продукт Coral Mine на основе кораллов, добываемых со дна Японского моря вблизи острова долгожителей Окинавы. Каждый человек имеет право пить чистую, живую воду, ведь именно она – основа здоровья и долголетия. Coral Mine стоит на страже нашей безопасности, связывает хлор и вредные примеси, вводит избыток кислоты из нашего организма и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Великий немецкий ученый Отто Варбург доказал, что в щелочной среде раковые клетки не развиваются. Меняя положительный заряд на отрицательный, Coral Mine превращает мертвую воду в живую, способную связать и вывести токсины и свободные радикалы из организма. Это мощный антиоксидант. Coral Mine – древнейший продукт, который восстанавливает информационную структуру воды, благодаря чему клетки регенерируют. Полноценный минеральный состав позволяет ему стать высококачественной жидкой пищей и предупреждать болезни, связанные с дефицитом питания и дефицитом минералов. Сегодня Coral Mine признан одним из главнейших wellness-продуктов для здоровья человека. За продвижение этого продукта «Коралловый клуб» награжден дипломом и медалью Мечникова за вклад в укрепление здоровья нации, а также дипломом и медалью Эрлиха. Калавада – физиологичная и высокоэффективная системная очистка всего организма. Недаром существует поговорка «чистота – залог здоровья». Всего за 14 дней глубокой очистки вы избавитесь от ядов и токсических накоплений, потеряете несколько килограмм избыточного веса, увеличите уровень энергии и уменьшите свой биологический возраст на 10 лет. Ученые всего мира бьют тревогу, паразиты наступают. Калавада – лучший способ расстаться с ними, а значит и с причиной сотен заболеваний. Эволюции мощной клеточной очистки называют адсорбент Калавада. Питание клетки – это в первую очередь полноценный набор витаминов, минералов, антиоксидантов и ферментов. Высокое качество питания клеток – фундамент вашего здоровья. Компания «Международный коралловый клуб» была награждена дипломом за разработку и внедрение программы «Калавада плюс» для очищения организма от шлаков и токсинов. И самый мощный антиоксидант 21 века – микрогидрин. Это уникальный продукт на основе нанотехнологий. Он обеспечивает защиту клеток от свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения, вызывают мутации, образование опухолей. Микрогидрин – самый богатый источник антиоксидантов, который помогает уменьшить разрушающее воздействие свободных радикалов. Человеку для активной жизни нужна энергия. Давно доказано, что водород – это топливо жизни. Сжигая его в кислороде, мы получаем энергию. Микрогидрин – эффективный стимулятор выработки энергии в организме. Он нормализует внутреннюю среду организма, препятствует развитию осложнений после заболеваний, преждевременному старению, способствует оздоровлению организма. При помощи таких эффективных высококачественных продуктов, жизненно необходимых для нормального функционирования организма, наши потребители получают блестящие результаты,
сохранение здоровья, повышение трудоспособности, энергия для жизни, здоровье детей, активное долголетие, выдающиеся спортивные достижения, молодость и красота –